Хаюшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня поиграем с вами в игру под названием Happy Room, или, как переводится, Комната Счастья. Если можно назвать это Комната Счастья, потому что для этого парня, который висит вот здесь перед нами, это явно не будет счастливым уикендом, или как это по-другому назвать. В данный момент нам нужно убивать его. Нас учат сейчас, ребят, устанавливать мину и прочее. Чтобы начать тест, нужно нажать на красную кнопочку. Хоп! Все. Первую миссию мы выполнили, у нас будет определенная миссия, то есть, которая будет давать нам... задание, то есть миссии типа с чистого листа очистить игровое поле. То есть в данный момент мне нужно, чтобы получить какую-то ерунду, то есть левел, экспу, мне нужно очистить игровое поле. Ну, давайте попробуем. Все. Готово, да? Нет, видимо, это не сейчас. Ну ладно. Так, это статистика повреждений. Будем знать. Наносите больше урона, чтобы открыть новое орудие. Окей, интересно. Так, минная комбо. Подорвите 3 мины подряд. Окей, а это что такое? Ага, прикольно. Давайте, знаете, что попробуем? Он такой сюда прыгает и резко идет, знаете, куда? Верно, на мины. Это будет раз, два, три, четыре, пять. А на все деньги мы, ребят, мины поставим. Ну что, пробуем? Ой-ой-ой. Не в ту сторону. Так, давайте. Надо вот такую вот ставить, да ведь? Стартуем. Ну он куда-то улетел, блин. Ну некрасиво он делает. А если мы просто удалим вот это? Да, все вот это удалим. И поставим сюда мин. То есть просто посередине поставим мин. Что будет с этим? Даже вот так вот, знаете, все вместе мины эти будут стоять. Так, а мы можем вот так вот просто? Не, мы не можем. То есть я же проверил, можно ли сразу, зажав мышку, ставить мины. Нет, нельзя, к сожалению. Ну что, пробуем. Раз мина. Два мина. Три мина. И все, что ли? Что-то слабо, слабо, ребят. Так, очистите игровое поле. Вот, и в смысле очистите? Или вот так надо? Да, все, понял. Вот мы выполнили. Нужно было просто сюда сразу нажать. Мы можем очистить то, что на потолке, то, что на стенах, то, что на центре, то, что на полу. В общем, или все. Прикольно. Здесь можно даже выбирать, что вы хотите очистить. Классно, классно. У нас какая-то фигня появилась. Шипы. Бросьте подобного на шипы при помощи пружины. 5 раз. Давайте попробуем. Это получается у нас здесь, да? Ставится. Или здесь? Или здесь? А, на потолке. Интересно. Ну, давайте попробуем. Раз, два, три. Давайте три штуки поставим. И здесь поставим уже вот это. То есть нам, ребят, нужно, можно сказать, издеваться над нашими подопытными, которые нам здесь выпадают. Каждый раз типа новый. Видите, цифра 5. Это уже 5-й подопытный типа. И вот, к чему я веду. Плюс к этому, выполняя задание, которое написано наверху. И плюс к этому... стараясь нанести больше урона. Чем больше мы наносим урона, тем лучше. Давайте удалим эту ерунду. То есть хоп, хоп, хоп. Эй, эй. Все, поставили. Нормально. Уно. Да. Отлично, вон у него даже шапка слетела. Бедненький. Ему же холодно сейчас будет без шапки. На это можно смотреть бесконечно. Знаете, есть такая тема, типа, бесконечно можно смотреть на несколько вещей. И вот это одна из них. Нанесите 500 урона. Я не знаю, нанесем ли 500 урона. Мне кажется, нет, но мы близки к этому. Неплохо. Я считаю, неплохо. А где количество урона? 350 урона мы, типа, нанесли или что? Похоже на то, ребят. Похоже на то, действительно. Так, окей. 5 попаданий с арбалета. У меня не открылось же арбалет, да? Израсходуйте пару шипов. Я же израсходовал только что. Давайте еще раз запустим. То есть, невозможно, мне только что это. Миссия открылась. Ой, по красоте просто. Ну куда ты? Правее бери, правее, дружище, правее бери. Ну куда ты улетел? Говнюк. Ладно, нормально. Так, давайте тогда, если пару шипов нам нужно с вами... израсходовать. Давайте хоп, хоп, хоп. А, все, денег у меня больше нету. Ну ладно, давайте посмотрим. Может быть, мы все-таки сможем справиться с этим. У меня, видите, задание нанести 1000 урона, нанести 500 урона. В общем, задания отличаются прям друг от друга.
Так, израсходи пару шипов. Я одни шипы израсходовал. Но израсходую я еще одни, я без понятия, ребят. Потому что в данный момент я не уверен в этом. Так. Неплохо. Да. Выполнили. И нанести 500 урона мы не выполнили. Мы неплохо с вами справляемся, однако. Блин, жалко этого парня. Уже восьмой, бедненький. С тобой все нормально, дружище. Так, окей, давайте. Что нам открылось, что нам не открылось? Пока что вроде бы ничего, мы просто выполняем миссии. Так. Так, два выстрела в голову, нанесите 1000 урона и 15 стрел подобного. А как это открывается-то? Мне нужно, видимо, определенную... Да, 1000 урона нанести, видимо, нужно. Ну, в принципе, сейчас я готов к тому, чтобы нанести 1000 урона. Давайте, знаете, что сделаем? Удалим вот эту ерунду, поставим сюда... Вот эту ерунду. Сюда поставим вот эту ерунду. Сюда вот эту. Все, неплохо. Если что, еще мины поставим. Вот здесь вот. И вот здесь вот. А можно даже еще одну. Вот здесь вот. Ну все, стартуем. Смотрим, как это будет выглядеть. Он выкидывает, видите, сразу сюда. Взрывается мина. Ой-ой-ой, бедненький. Блин, это знаете... И жестко, и весело. Никогда не думал, что я буду над этим смеяться. Нормально, нормально с тобой все. Не надо притворяться. Я знаю, что у тебя все еще есть силы. Так, кстати. Потихоньку он, видите, к 1000 урона мы идем. Я не знаю, дойдем ли. Воу! Арбалет наконец-таки мне открылся, блин. На 700 очках. Присел. Ну что ты присел-то? Давай продолжай, дружище. Ну нормально, арбалет наконец-таки у нас есть. Денег нету, арбалет есть. Так, вот это все удаляем. Нам этого пока что не нужно. Берем арбалет огнестрельное. Сюда ставим один. Сюда ставим один. Сюда ставим один. Вот это тоже удаляем. Ставим один сюда. Это удаляем, удаляем. И здесь ставим еще попрыгунчик этот. Оп. Идеально. Смотрим. Нам просто нужно, ребят, задание выполнить. Так, давайте еще один огнестрел поставим. Оп. Все. Нам нужно выполнить задание. 5 попаданий с арбалета на шипах. Первое. Второе. 2 стрелы в голову. И 15 стрел в подобную. То есть очень много заданий, связанных с арбалетом. Поэтому столько арбалетов. Отлично. 2 стрелы в голову сразу. Ой-ой-ой, бедный. Что-то мне его жалко стало. Еще раз. Просто. Ну, невезуха. Ну, день сразу не задался у него, видимо. Ладно, давайте еще раз, потому что у нас появились денежки. Мы можем поставить сейчас немного еще арбалетиков. Ну, ставь все. Все, нормально. Стартуем. Просто сразу шлем пробивает. Мне его жалко действительно становится, когда я вижу, что так происходит. Да попадите вы в него. Да вы серьезно? А почему вот эта фигня исчезает? То есть в нем должно быть одновременно 15 стрел. А давайте тогда сделаем так. То есть вот это все уберем. То есть мне пока что это не нужно. Пилы у нас открываются уже скоро. Это круто. Проедьте 20 метров на пилах. Это нам не нужно. 15 секунд нанесите 1000 урона. Давайте нанесем 1000 урона, попробуем. Только одними арбалетами. Мне даже интересно, можно ли это сделать. Так, давайте поближе просто их ставить друг к другу. Тогда сможем установить все. Так. А, все, у нас больше денег нет, не хватает. Все, он падает? Серьезно? Это как может быть такими косыми, алло? Все, 15 стрел подобного. Идеально. Идеально. Я тут, хотя нет, я уже не тут. 10 телепортаций. Окей, 1000 урона мы не нанесли, кстати. Ну просто не повезло. Давайте еще раз стартанем. Давайте, кстати, все это поудаляем. И как-нибудь поближе их всех поставим, чтобы они все вместе стояли. Так. А давайте, знаете, что сделаем? А, нет, не буду. Пока что не буду, ладно. Нормально. Все, стартуем. Я не знаю, могут ли стрелы нанести 1000 урона. Ой, бедный, ой, бедный.
1000 урона. Замечательно, просто, просто ультра. Новый рекорд. 25 баксов мне плюс дали. Окей, удаляем все эти стрелы. Сейчас нам не нужны уже стрелы. Нам нужно просто нанести определенное количество урона. Давайте тогда просто попробуем. Не, это я не хочу. Мы же не можем вот эту фигню, шипы на землю поставить, да, не можем. Давайте тогда попробуем минами. То есть мины по максимуму ставим. Я не знаю, мне кажется, что эти мины в максимальном количестве своем нанесут очень много урона. То есть, сами представляете. Я не знаю, сколько они наносят вообще там. По-любому где-то написано, сколько наносят эти мины. Но я что-то не обращал внимания, потому что не смотрел. Так, давайте здесь пару штук. То еще денег не хватит у меня. Эй. И еще здесь. Все, супер. Ну просто смотрите, ну минное поле. Определенное какое-то минное поле. Раз. Два. Выполните 10 телепортаций. Это разве не телепортация? По-моему, телепортация. Телепортируется с помощью мин туда-сюда. Так, так, так. Надеюсь, он... Да, все нормально. Ну, блин. Мы, кстати, открыли еще новую тему. Что мы открыли? Пилу. Давайте посмотрим, как она ставится. А, у меня денег нет. Окей. Давайте это удалим, это удалим, это удалим. И это тоже удалим. Пила. Окей, давайте так попробуем. Прикольно. А как менять направление? Вот как менять. Это круто, это круто. Давайте попробуем. Блин, прикольно. А он может между пилами вот так пойти? Вот это мне интересно вот, очень узнать. Его жаль. Он уже не знает, как остановиться просто. Он по всем этим минам просто прыгает. Бедненький. О-о-о-о! Блин, ну это все. Он уже дальше не улетит. 1220 урона, ребят. Блин, крутая игра, однако. Крутая игра. Давайте попробуем, знаете, что сделать? Это сюда. Это сюда. То есть он вот так вот падает. И его должно закрутить в эту фигню. Не знаю, получится ли. О, черт. Получилось. А, у них тоже есть определенный уровень, видите? То через какое-то время они выключаются. Так же, как у любого, видимо, здесь инструмента, которые существуют. А так давайте еще пил тогда поставим, если у нас будет сейчас возможность. Телепорт открыли. Вот теперь можно проходить дальше миссии с телепортом. Ребят, если вы хотите, чтобы я продолжил играть в эту игру, то обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте лайки, чтобы я уже продолжил. Игруха просто бомбезная. Я не думал, что и от такой игры подобного типа я буду получать удовольствие. На самом деле мне интересно в нее играть, и я надеюсь, то, что вы тоже меня поддержите, и буду рад, если вы поставите лайкосик. Такие дела. Давайте, ребят. Все в ваших руках. Это, ребят, была игра Happy Room. В следующей серии мы уже продолжим с вами и посмотрим, как это все выглядит. Уже новые ловушки. И будем издеваться над нашими подопытными. Уже будет 17-й в следующей серии. Представляете? Эх, не хотел бы я оказаться на их месте, но это всего лишь игра. Да. А с вами был Лекс. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем в комментариях, называем подписчиков паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании и в шапке канала. Всем добра.